Сколько длился первый полет в космос и как называется ближайшая к Земле звезда? В Люберцах прошел первый в истории космический диктант. В нем приняли участие более 100 человек. Мой коллега Григорий Ворванин пообщался с теми, кто решил блеснуть космическими знаниями. Организовать и провести космический диктант решили сотрудники Центральной библиотеки. Они же придумали задания для взрослых и школьников. Именно учащиеся люберецких гимназий и техникумов первыми писали космический диктант. Вопросы условно разделили на три блока. Астрономия, полет человека в космос и эссе на заданную тему. У участников было 45 минут. Многие справились гораздо быстрее. Все нужно читать, узнавать. Это достаточно интересно. И я тоже увлекаюсь. Интересно. И астрономия у нас преподается на первом курсе. Много фильмов смотрим. Сложные вопросы были? Сложные вопросы, да, там парочку было. Но так прям первый блок был вообще очень легкий. После за парты сели представители общественных организаций, воспитатели детских садов, активисты молодой гвардии. Вопросы для них сложнее, и это тот случай, когда знать и помнить разные вещи. Мне понравились все вопросы, потому что они на самом деле охватывают вот этот вот процесс запуска, ну и немножечко предыстории вот перед запуском, ну и имена самые те, которые вот для нас дороги. Первый космический диктант показал, люберчане знают о звездном небе, космосе и истории ракетостроения не только из школьных учебников. Поэтому организаторы уверены, следующий диктант обязательно состоится. У нас в Люберцах много рождается интересных идей, вот, которые потом подхватываются вначале в области, потом другие города. Вот, я надеюсь, что у нас все получится, дебют состоится, и диктант подхватит и другие регионы и города. Каждому участнику вручили сертификаты. 15 апреля после подсчета результатов станут известны имена лучших люберецких знатоков космоса. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.